Привет! Вы на канале Тим-Визы и Маша. Привет, друзья! Сегодня у нас бой между Фафниром, Вайвроном и Рактавором. Кстати, обзор на Фафнира можно посмотреть вот в этом видео. И, ребята, я предлагаю, давайте в сражениях Фафнира будем запускать рукой, как делал это Фри де ла Хойя. Бейблейд Фафнир может раскручиваться и набирать скорость, когда его атакует противник. Поэтому, я думаю, у нас все получится. Да. Ну что, кто у нас первый? Вайврон. Итак, Фафнир против Вайврона. Да. Фафнир F3 против Вайврон V3. Раунд первый. Так, давай, Вайврон, подходи к Фафниру, раскручивай его. Смотрите, он раскручивается. Далеко, Фафнир, не отходи, тебя же должны раскрутить. Он даже как будто немножко атакует. Не сдался. Что, ты второй раз хочешь его запустить к нему? И второй раз сдался. В любом случае, 1-0 в пользу Вайврона. Раунд второй. 3, 2, 1. Так, Вайврон погнал. Ближе, ближе к Фафниру подходи. Ай, что ж такое-то? Смотри, сейчас хорошо Фафнир раскрутился. Давай. Подходи. Кто же кого? Фафнир, ты же выносливый. И все равно. Ну, в любом случае, 2-0. Третий раунд. 3, 2, 1. Так, давай, Вайврон, раскручивай нашего Фафнира. Не получилось. А ну запусти его еще. Да, Дима, да Фри, тебе еще далеко. Не получается у нас руками раскручивать. Да и Вайврон противник довольно-таки серьезный. Ну что ж, Вайврон в этом победил в сражении. Да, Тимофей все-таки не Фри, бейблейдер номер один в мире. Поэтому мы не показали всю силу Фафнира. Чтобы испытать силу Фафнира, я буду запускать вместе с опускалкой. Давайте теперь битва Рактавор-Фафнир. Фафнир против Рактавора. Раунд первый. 3, 2, 1. Так, пошли наши волчки. Кто кого? Тим, кто? Как ты думаешь? Фафнир. Маш, ты? Рактавор, да. А идут красиво, аккуратно, друг друга так только подталкивают, как будто плечом. Ну, кто ж кого? По-моему, они идут прям рядышком-рядышком. Мне кажется, и остановиться могут вместе. Смотрим. Нет, Фафнир все-таки вырывает победу. 1-0. Раунд второй. 3, 2, 1. Гоу! Так, смотрим. Опять очень аккуратно идут. Сначала по-моему, Рактавор здесь сдастся, да, раньше. Да, посмотрите, он уже виляет. Мне нечего болеть за Фафнира. Ты думаешь, Фафнир здесь победит? Конечно, видно уже. Да. 2-0. Раунд третий. 3, 2, 1. Гоу! У меня даже слов нету. Они настолько синхронно крутятся.
Посмотрите. Аккуратно задевает друг друга. Красота. Кто же кого? Фафнир. Я с сомнений, Фафнир уже выиграет. Не знаю. Что-то он начинает вилять. Посмотрим. Да, на 2-3 круга Фафнир все-таки вырвался вперед. 3-0. У нас все бои спокойные. Да, но во втором сражении с Рактавором Фафнир все-таки показал свою 100% выносливость. Рукой тоже интересно запускать. Да, но в битве с Вайвроном все-таки Фафнир не раскрылся, потому что, ну, Тима все-таки не Фриде Ла Хойя, чтобы вот так вот мастерски бросать наш Бейблейд. А теперь приветы! Предлагаю сделать приветы необычными. А это как? Смотрите, я буду называть, кому мы передаем привет, а Маша или Тима там по очереди будете вытаскивать любой Бейблейд. И какой вы вытащите, значит, тот и ассоциируется с этими ребятами, которым мы передаем привет. Давайте так, мне кажется, будет интересно. Давайте. Итак, первый привет для Жени Гришко, Артема Арт, Андрея, Илоны и Максима. Привет! Тимофей, теперь ты закрывай глаза. Маша, перемешивай наши бейблейды. Тима, вытаскивай любой. Итак, эти ребята ассоциируются с Зейтроном. Передаем привет Арсену Муселян, Габриэлю, Диме Собакарь и Егору Паршин. Привет! Теперь, Маша, закрывай глаза. Тима, перемешай. Вытаскивай. Итак. Эти ребята ассоциируются с Луинором. Еще привет от канала Тим Витыч. Илье Ящук, Лимон Вейблейд, Назару и Макс Мурасаги. Привет! Тимофей, тащи бей. Итак, эти ребята ассоциируются с Луинором. Вот так вот. Друзьям Ютуб, Элен, Максиму и Соне. Привет! Маша, тяни Бейблейд. Открывай глаза. И у нас эти ребята ассоциируются с Фафниром. Привет от нас Максу, Максиму Иванову, мастер Саше и Мише. Привет! Маша, тяни волчок. С кем же у нас ассоциируются эти ребята? С Вайвроном! Спасибо за комменты и привет Назару, Батюк, Никите, Диме и Саше. Привет! С кем же вы у нас ассоциируетесь, Тимофей? И кто это, Тим? Горячий металл. Крис Цигнус. Передаем привет каналу Могучий Лайк, Олесе Борисюк, Паше и Про Даня. Привет! Тяни волчок, Маша. И у нас эти ребята ассоциируются с Рактавором. Здорово, ребята! Рома Павлов, Плей, Семен и Степан и Тима. Привет! Тащи, кто у нас? С кем ассоциируются эти ребята? С Вайвроном! Привет каналам Сэм Ворлд, Шукуринай и Сэр Влад! Привет! Маша, выбирай, с кем эти ребята ассоциируются? С Волтреком! Подписывайтесь на канал Тим Витыч и Маша! Пока-пока! Пока, друзья!